Здравствуйте. Вот в сегодняшней лекции, в дневной, мы рассматривали основные аспекты объектно-ориентированного программирования на Python. Хочу отметить сразу, что мы не разбираем основы. Какие-то вещи вы уже сами можете почитать. Вот, мы занимаемся только какими-то сложными моментами, которые могут вызвать трудности. Вот, и я стараюсь эти видеолекции делать покороче, чтобы, ну, много не говорить, это как памятка. Но ничто не мешает вам задавать вопросы, можете даже прямо в комментариях к видео, кто подключен к нашим учебным системам, может в чатах задавать, пишите прямо в заданиях. Мне без проблем для вас снять какие-то короткие ролики и какую-то одну тему более детально рассмотреть. Вот. Но сегодня мы по ООП так по верхам пробежимся. Только основные моменты, ну, которые наиболее часто в работе вот с Python вызывают сложности. Давайте вот приступим. Вот наш первый слайд. То есть здесь мы видим, как задаются, во-первых, классы объектов в Python. Классы объектов задаются с использованием ключевого слова класс. Вот таким образом обозначается наследование. То есть здесь показано, что B отнаследовано от A. И вот таким образом задаются статические свойства объектов. Ну, в Python не совсем правильно называть их статическими. Будем считать, что это, ну, чтобы было понятно, пусть будут статические свойства класса объектов. В Python не существует модификаторов доступа. Это очень важный момент. То есть в любом случае все паблик. То есть все доступно отовсюду. Но есть некоторые синтаксические соглашения. Вот здесь вот как раз я это и хотел показать. Свойства объектов, которые начинаются с одного подчеркивания, идентификатор, считаются как нежелательные к использованию извне. И существует еще два подчеркивания. По синтаксическому соглашению это, ну, железобетонно нежелательно. То есть это вот прям private. Да? И они даже по-особому доступны извне. То есть извне они будут переименованы. Вот это я и хотел здесь показать. То есть если мы извне объекта попытаемся обратиться к свойству proPA, то мы без проблем его получим по имени. Вот к свойству proB мы не получим по этому имени доступ вообще. Потому что интерпретатор извне его покажет только вот так. То есть, что у нас класс объектов А, то есть после первого подчеркивания идет, потом будет два подчеркивания и проб Б. То есть просто два подчеркивания проб Б мы не можем получить к нему доступ. Но оно все равно доступно. То есть главное помнить, что, ну, как таковых нету модификаторов доступа. Есть просто синтаксические соглашения в языке. Причем во второй версии Python и в третьей они немного отличаются. Но мы используем третий, потому что второй уже как бы на сегодняшний день считается больше системным языком, языком системных скриптов, ну вот типа Bash. То есть он будет еще долго, он еще живет, но на нем уже как бы не пишут. То есть именно приложение. Его больше используют для системных скриптов, для какой-то автоматизации на системном уровне. Или там для DevOps. Вот. То есть вот таким образом задаются классы объектов, таким образом задается наследование, и таким образом задаются, ну, статические свойства. И таким образом есть у нас два вида, ну, якобы модификаторов доступа private. Следующий пример. Здесь у нас есть вот якобы два private свойства. Ну, я просто показал, что их тут два, просто чтобы
просто чтобы были, да? Вот мы создаем экземпляр объекта, этого класса объектов, и вывозим содержимое, вот свойство А. И потом делаем то же самое через идентификатор самого класса объектов. То есть здесь через экземпляр, здесь через идентификатор класса. Потом мы присвоим через идентификатор класса к нему другое значение. И выведем опять, посмотрим, что получится. Вот. Как можно видеть, у нас все классно. То есть мы через экземпляр объекта вывели, через идентификатор класса объектов вывели, получили одно и то же. Ну, понятное дело, потому что оно якобы статическое. Забегая вперед, немного скажу, что механика работы в принципе объектов такая же, как и в других языках. Единственное только, что в Python из-за того, что можно получить доступ к работе самого языка и вплоть до того, что управлять работой самого языка, это более очевидно, да? То есть, обращаясь к любому свойству, мы всегда должны понимать, что со свойством передается какой-то контекст, то есть свойство само по себе не существует, оно существует в контексте чего-то. И вот, вот эти все статические свойства, они существуют в контексте самого класса, то есть самого типа класса объекта, но получить доступ мы к нему можем как через экземпляр, так и через идентификатор класса. И вот мы посмотрим, что действительно ссылки в памяти одни и те же. То есть, что мы так обращаемся, что так, никакой разницы. Теперь мы делаем то же самое. Вот. Но здесь мы присваивали свойства новое значение присваивали через идентификатор класса объектов, а здесь присвоим новое значение через сам экземпляр объекта. Вот. И мы теперь увидим, что в экземпляре значение поменялось. И тут главное понимать, что произошло. То есть у нас было статическое свойство, ну якобы, привязанное к самому классу объектов, как к типу. То есть вот это уже объект, он уже материализован. И он имеет свой контекст, контекст класса. Здесь мы создали экземпляр, и к самому экземпляру вот это свойство перезаписали. Ну то есть вот здесь мы перезаписали, и после этого они уже никак между собой не связаны. Это два разных свойства, потому что здесь мы работали с контекстом самого экземпляра, а это контекст самого класса объектов. То есть до того, пока мы ничего не присваивали, было вот так, как на предыдущем слайде. То есть было все красиво. Здесь мы изменили в самом классе, и оно изменилось везде. Потому что когда мы получаем доступ через экземпляр, оно все равно обращается к классу. Потому что в экземпляре он не существовал. А здесь мы как бы переопределили его еще раз в экземпляре. И поэтому это уже два разных свойства. И они вот ссылаются на абсолютно разные области памяти. То есть такой важный момент, просто чтобы понимать. Здесь вот у нас есть два метода. Причем это методы экземпляра объектов. Если вы задаете методы внутри классов, все методы, кроме статических, но это не те статические, которые вы думаете, но это я дальше объясню, обязаны первым аргументом принимать контекст. То есть метод экземпляра объекта должен принимать контекст self. Ну, то есть, можно любое другое название этого параметра, конечно, задать. Но смысл в том, что первым параметром передается контекст. И это будет контекст самого объекта.
Но здесь мы его не используем, мы просто возвращаем две строки, то есть название вот класс А, класс Б. И что я здесь хотел показать? Вот у нас мы создаем два экземпляра, мы выводим их имена, то есть вызываем, у нас возвращаются две строки, все красиво. Потом мы через идентификатор класса объектов, не через экземпляры, через идентификатор класса объектов присваиваем в А getName, B getName. И потом мы видим, что у нас теперь по А через экземпляр уже выводит B. То есть у нас просто в этом классе объектов вот этот метод в определении класса перезаписался. То есть в Python фактически можно делать то, чего нельзя делать в других языках. Можно менять метаописание классов. Вот это вот прямой пример. То есть мы изменили не сам экземпляр, а метаописание целого класса. Сейчас вот этот пример для того, чтобы понять, как же работает контекст. То есть, что вообще откуда берется. Давайте сразу покажу, что он выведет. Что у нас здесь есть? У нас есть класс А, который имеет статическое свойство класс name, и класс B, который имеет статическое свойство класс name. В классе А у нас задан метод самого экземпляра объектов, который возвращает через контекст экземпляра объектов класс name. Ну, как на предыдущих слайдах было видно, что статические вот эти свойства, они доступны как через экземпляр, так и через сам класс. Поэтому без проблем, то есть вот так оно его вернет, это статическое свойство. Вот, значит, мы создали два экземпляра, мы вывели, увидели, что у нас А, Б, все красиво. Ну, понятно, что этот метод, он же в Б тоже отнаследовался, да? А потом в А getName мы присвоили B getName. То есть в экземплярах, не в метаописании, а в экземплярах мы вот метод отсюда, который сюда отнаследовался, присвоили сюда. И мы видим, что теперь по A getName у нас теперь возвращает B. И вот это очень важный момент. Я в предыдущей лекции рассказывал. Вы должны понимать, что функции просто так не существуют вообще в Python. Любая функция имеет над собой еще обертку функцию, которая разрешает, в каком контексте она будет исполняться. И это важно помнить. То есть в данном случае мы скопировали, просто фактически в getName в A мы переопределили в экземпляре этот метод только что сформированной оберткой в getName B. То есть ее же как бы тут нет, она отнаследована, ну метод. То есть поэтому вот в этот момент присвоения он сформировал обертку вокруг этого метода, задал правила, по каким он туда будет внедрять контекст, и естественно он контекст getName B захватил и присвоил в getName A. И теперь, как бы мы вызывая getName A, получаем совершенно другое поведение. То есть он контекст использует уже из B. И это важно понимать. Вот никогда так не делайте. Ну, вообще так делать нельзя. То есть просто если вы что-то присваиваете, надо всегда четко понимать, что произойдет вообще и каким образом перепривяжутся контексты. Лучше, конечно, посмотреть на ссылки в памяти, на что оно ссылается. Но очень много можно сделать багов, если начать козлокодить и какие-то сложные операции с объектами делать. То есть надо писать просто. Просто и понятно стараться. Вот то же самое сделаем, но через идентификаторы классов. Вот. И здесь мы увидим, что ничего не поменялось. То есть мы хоть в A getName присвоили B getName, но A getName через экземпляр у нас все равно возвращает A. То есть не так, как здесь B было. А все почему? Потому что оно просто взяло вот целиком эту функцию.
ну вот этот весь метод, и из B скопировала в A отнаследованный, а они же одинаковые. То есть с точки зрения самого класса они абсолютно идентичны. И контекст передается уже в момент вызова в самом экземпляре. Поэтому контекст передается правильный. То есть само метаописание скопировалось, но контекст никто не трогал экземпляра. Вот следующий пример. На этом примере я хочу показать, вот как задаются класс-методы, методы классов. Что такое метод класса? Ну, метод класса – это метод, который исполняется в контексте класса объектов. То есть можно сказать, что в Python два вида статических методов. Ну, точнее, то, что мы привыкли называть статическим методом в других языках, является методом класса в Python. А статические – это чуть-чуть другое, дальше покажу. Вот. Здесь задается у нас метод. Метод статический, ой, класс, метод класса принимает первым аргументом контекст класса. Вот здесь у нас есть статическое свойство. Мы в контексте класса его будем возвращать просто. И здесь мы переопределяем вот этот идентификатор, используя функцию, эта функция, это не ключевое слово, класс-метод. То есть фактически мы его, ну, регистрируем как класс-метод. То же самое в новом синтаксисе, это в Python 3, там с какой-то начиная версии, можно то же самое сделать вот такой аннотацией. То есть просто используя аннотацию. Вот. И здесь посмотрим, что мы получим. То есть мы здесь экземпляр создаем этого объекта. Поскольку здесь два подчеркивания, то мы через вот такую конструкцию, через подчеркивание A, через два подчеркивания класс name, получаем доступ к этому статическому свойству и его переопределяем. И потом выведем значение, которое через экземпляр, значение, которая через идентификатор класса объектов, и посмотрим, что лежит в самом статическом вот этом свойстве через идентификатор объекта. Вот. И мы увидели чудесную штуку, что у нас на самом деле вот все вот эти методы классов, оба, они вернули все равно A. Хотя свойство на самом деле изменилось. Да? То есть, что здесь получилось? Получилось здесь то, что мы перезаписали. То есть, оно было статическим, если бы мы к нему обращались. А здесь мы создали уже свойство самого экземпляра объекта. Вот с таким именем. Перезаписали просто эту ссылку, он дальше уже не ищет. То есть, он раньше искал ее в экземпляре, потом искал в классе, в контексте класса, а сейчас он уже не ищет, потому что мы уже в экземпляре задали B. И в экземпляре оно реально B, но методы класса, ну вот эти класс-методы, они до сих пор используют контекст самого класса, а там оно не менялось, и у нас там все хорошо. А теперь то же самое, только мы будем присваивать через идентификатор класса. Ну и здесь очевидно, что оно поменялось. Потому что мы изменяли не через экземпляр, перезаписывая, а через идентификатор класса. То есть оно изменилось, естественно, для экземпляра самого объекта, для всего остального. Но здесь понятно, что у нас передается контекст класса, поэтому везде мы получили одно и то же. И в самом экземпляре оно тоже изменилось, но в экземпляре же этого поля не существует. То есть он просто его искал в экземпляре, не нашел, потом стал искать в контексте самого класса, нашел и вывел. Вот, мы его перезаписали, все везде перезаписалось, все красиво.
Вот что такое статические методы в ООП. То есть здесь вот то же самое. То есть вот есть старый синтаксис, можно используя ключевое слово, не ключевое слово, а именно функцию static метода его задать. Вот, а можно через аннотацию. То есть в третьей версии языка вот так, в последних, там не помню с какой начиная. Вот. И вот понятно, оно просто вернулось. Здесь мы вернули A, а здесь мы из через идентификатор класса вызвали класс name 2 вот эту, и оно вернуло A. Ну, то есть вернуло нам одно и то же. И вот тут еще один важный момент, потому что многие люди заблуждаются. Я даже на Stack Overflow видел много ответов неправильных на этот вопрос. В Python исполняет код императивно. То есть пока порядок исполнения не дошел до чего-то, ничего не существует. То есть пока вот это ключевое слово класс не было выполнено, то есть ничего не существует, никакого класса. И поэтому до этого определения к нему обратиться нельзя. То же самое к функциям и к всему остальному. Но здесь, например, мы вызвали первый getClassName. А getClassName использует вторую функцию. И многие люди говорят, что вот как же так? Типа, почему отсюда можно вызвать это? Это же раньше этого. Но это глупо утверждать, потому что весь этот блок кода был уже пройден в тот момент, когда мы первый раз вызвали getClassName. Ну, то есть фактически вот разрешение всего кода уже состоялось к этому моменту. И уже зарегистрирован этот класс целиком с этими обоими методами. Они доступны. Все, поэтому тут никаких противоречий нет. Вот таким образом задаются конструкторы классов. Конструкторы объектов важно, потому что класс это класс объектов. И он свой контекст имеет. А это конструкторы именно экземпляров. То есть init с двумя подчеркиваниями с двух сторон. И аргументом передается в него контекст, который будет сам экземпляр иметь. То есть контекст экземпляра. То есть вот таким способом задаются свойства именно экземпляра объектов. То есть не класса, а именно экземпляра объектов. То есть self. И т.д. в конструкторе. Только так можно задать. Получить в конструкторе доступ к статическим свойствам невозможно. Точно так же, как в любых методах. Это главное понимать. Что статические свойства, они доступны только вне класса. Внутри класса к ним доступ получить невозможно никак. То есть это возможно сделать только через сам экземпляр указывая. Если мы просто класс name напишем, он нам ничего не вернет. То есть это вообще ошибка будет, он с ошибкой упадет. Все равно через какой-то контекст. То есть привязка к контексту обязательно должна быть. Вот. И здесь мы делаем что? То есть мы задаем myName свойство A и метод, который будет выводить имя класса. То есть вот print class self myName. То есть он должен вернуть класс A в A. Потом мы B наследуем от A. В нем уже переопределяем это свойство его экземпляра myName в B. И из printName точно так же переопределяем, используем метод super. Super это не ключевое слово, это метод. Он может быть вызван и вне класса, и вне объекта. Я это потом покажу дальше. Просто в данном случае он вызван из привязанного объекта. Поскольку B является наследником A, то супер знает в контексте чего имеется в виду родитель. То есть он знает, что надо
если мы не передаем никаких параметров, он знает, что имеется в виду родитель B, ну то есть текущего объекта. Вызываем printName, ну то есть вызовется вот этот. Что мы видим? Ну все нормально, что у нас класс B. То есть что здесь произошло? То есть здесь мы вызвали printName, функция обертка туда инкапсулировала экземпляра, ну, передала туда в self контекст самого экземпляра. Супер тоже знает, что мы в текущем объекте находимся и что имеется в виду родитель, то есть вот этот класс А. Оно тоже вызвало printName в нем и тоже передало вот этот же контекст. Вот оно передало этот же контекст сюда. И тут мы вызвали self myName. Ну, то есть мы его вернули и увидели, что получили класс B. То есть мы вернули вот это фактически. Ну, то есть все нормально, как и в других языках. Просто здесь это более-более явно, что ли, сделано. То есть это более очевидно, потому что есть конкретные идентификаторы контекстов. То есть они не добавляют сложности, они наоборот, по идее, должны добавлять понимание у людей. Но многих это наоборот путает почему-то. Здесь мы сделали то же самое, но, ну, то есть вот классы идентичные, но я тут сделал чуть-чуть такую фишку. Я создал еще один экземпляр B, в нем переопределил myName и потом вызвал уже супер извне, ну то есть просто вне объекта, передал туда, что я имел в виду тип B и передал контекст, то есть вот этот bfake, и вызвал printName. И вот тут я вижу, что класс bfake, то есть оно вернуло это имя. Что же произошло? То есть у нас, ну, я просто взял, создал экземпляр, ну понятное дело, что в нем выполнился вот этот вот конструктор, переопределился myName, то есть потом я этот myName переопределил в bfake еще раз, ну то есть он определился, потом я его переопределил в bfake, потом я вызвал супер, указав, что я хочу вызвать метод в родителе типа B, передал туда в каком контексте и вызвал printName. То есть он вызвал вот этот printName, туда в self передал вот этот bfake, дальше по суперу разрешилось, что надо вызвать вот этот метод, передала туда этот же self, прокинула дальше, то есть этот же bfake туда, и он вывелся. Ну и то есть все четко, он правильно все показал имя. Ну, то есть тут никакой путаницы, все очень просто. Вот, здесь я хочу показать, что происходит при множественном наследовании. То есть в Python, как и в плюсах, есть множественное наследование. Ну, никаких проблем с ним нет. То есть у нас вот есть один класс объектов, есть второй класс объектов, то есть А и Б. И вот мы создали С, который отнаследовали и от А, и от Б. И в нем переопределили метод printName self и вызвали в нем же, то есть вот это можно было бы не делать, можно было просто скобки оставить, но я просто для понимания, то есть что он вызовется в, имеется в виду в этом экземпляре, ну то есть в C, то есть используя вот этот класс объектов, используя контекст его же, вызовется printName. Просто вопрос, в каком из родителей он этот printName вызовет. То есть, что же он вернет в итоге? И вот мы можем увидеть, что вернет он класс А. То есть, он вызовет вот этот. Почему? Потому что вот у объекта, у любого, ну, то есть, у класса объектов есть такое служебное свойство. И в нем можно посмотреть, это method reference order. То есть всегда можно посмотреть, в каком порядке он будет разрешать методы. То есть он будет искать сразу в C этот метод. Если не найдет, будет искать в A.
потом будет искать в B, а потом будет искать в Object. То есть в том порядке практически, в котором они вот здесь перечислены. То есть все, никаких проблем, все понятно. Вот, собственно, и все, что я хотел сегодня рассказать. Понятно, что, конечно, на лекции больше, и вопросы можно обсудить какие-то, что-то разъяснить. Но вы не стесняйтесь, пишите или там, не знаю, в комментариях к видео, может, какие-то моменты более детально хотели бы рассмотреть. Я могу и на коде показать вживую, без проблем. Мне не влом там какие-нибудь короткие видео сделать. И, в общем, задавайте вопросы, учитесь. Всего вам хорошего, до новых встреч!